Представляю вашему вниманию ласты фирмы Maras Avanti XL. Страна-разработчик Италия, страна-производитель Болгария. Поставляются в магазин они во множестве цветов и разных размеров. Соответственно, в данном случае это желтый цвет и размер 42-43. Взял такой средний размер. Ласты весят 590 грамм одна. Длина размера 42-43 от начала до конца 60 сантиметров, максимальная ширина 19 сантиметров. Что еще по этому поводу могу сказать, что чем больше или наоборот меньше размер, тем больше размер ласты, то есть самой лопасти и вообще в общем ласты. То есть если размер у вас ноги маленький, то и ласта будет гораздо меньше. Соответственно, и наоборот, если у вас 46, то и ласта будет больше вся, причем и лопасть, и калоша. Исполнена эта ласта с применением двух видов материала. Это полипропилен, такой пластик, вот это все, что желтое, это пластик, и резины, такой достаточно мягкой. Особенностью является запатентованная система фирмы Maras. Это прогибающаяся центральная часть, то есть у вас усы на ласте, вот эта отбортовка, она жесткая, центральная часть, она мягкая. В момент грибка вот эта часть прогибается, как вы можете видеть, я на нее сделал давление небольшое, создал, она прогибается, и весь поток воды удерживает на лопасти, за счет чего у вас, во-первых, ласты идут более ровно, нету вот такого движения, да, когда вы гребете. Во-вторых, весь поток у вас остается на лопасти, вы можете оттолкнуться. Скажем так, это одни из самых эффективных ласт, в принципе, в которых я плавал. Да, соотношение длины и размеров, жесткости и нагрузки на ноги. Ну, то есть, нагрузка на ноги небольшая, в то же время вы можете очень сильно ускориться, да, при минимальной затрате энергии. Часто видел я, люди у них тренируются в бассейне, плавают, у меня напарник в том числе тренируется, ему очень нравится. У меня такие были ласты. Все у них, скажем так, хорошо у этих ласт, ну прям вообще хорошо. За исключением вот этого места, где вот эта желтая часть. Это, конечно, все индивидуально, но лично мне вот эта часть, она жмет в подъем. Она пластмассовая и твердая, она не растягивается ни вверх, ни вниз. И, соответственно, она давит, и это очень неприятное болевое ощущение. Как я уже говорил, напарник у меня плавает, ему ничего не мешает, ему очень нравится. Он за три толчка дельфином проплывает 25-метровый бассейн. Ну, то есть, как он говорит, что лучше ласт для него нету. Вот. Лично мне они тоже нравятся, но вот это давление сверху, оно очень сильно напрягает. В итоге. Снизу калоша полностью фактически пластмассовая, за исключением пятки. Ну, я бы сказал, что тоже не совсем понятное решение для людей, которые едут в отпуск отдыхать. Пятка, она весьма тонкая. Низ-то понятно, он жесткий твердый пластик, который не проколоть и не повредить ничем. Ни рифом, ни ежом там каким-то, и ракушкой. А пятку при этом сделали мягкую, которую, в принципе, можно прорезать. Ну, она достаточно все равно толстая. Как бы это такой другой вопрос. Верх тоже частично пластик, частично резина. В общем, много людей в них плавает, и почти всем, скажем так, нравится. Все, кто брали, все довольны. Вот. А единственное, у нее тоже ценовой сегмент такой достаточно высокий. Они не дешевые, в районе там 4500 они стоят, скажем так, и не все могут себе их позволить. Но ласты очень эффективные. Несмотря на то, что делается в Болгарии, сделаны качественно, ходят долго. У меня у товарища много лет тоже болгарского производства, и ничего с ними не случается. Соответственно, скажем так, я рекомендую. Итак, заходите на наш сайт basicav.ru, либо приходите к нам в магазин на Морской набережной 33.